Оба. Всем привет, с вами доктор Влад, и сегодня я вам покажу одну гостиницу. Ну, это не в нашем штате, тут подальше немножко в Висконсине, мы туда ездили довольно давно. Вот это все 2008 год, мы тогда с женой еще путешествовали, сейчас она одна путешествует. Да я вообще, я не путешественник ни разу, мне это, ну, не нужно. Вот, и я просто вот что высунулся перед роликом. Я хотел спросить, вообще вот нужно это показывать или нет? Ну, там какие-то вот... После этой гостиницы идет там пещера какая-то огромных размеров, просто огромных размеров, и там внутри такие комнаты. Все это исключительно необычно. Но я говорю, что я не путешественник, и поэтому мне вот, например, это неинтересно. Я бы не стал смотреть такой ролик. Подскажите, будете смотреть, не будете, или, может быть, я что-то другое, или вернусь в обычный свой формат, что неохота вообще-то просто сидеть и рассказывать. Вот, там, ну, у меня действительно много фотографий, может быть, что-то другое, ну, подсказывайте, там, другие штаты, вот у меня во Флориду мы ездили, можете посмотреть, там, море, песок, крабы какие-то, вот. В общем, подсказывайте меня так, немножко разруливайте, как мне, что следует поступить, вот. Ну, а сейчас вот посмотрите вот эту вот очень такую любопытную гостиницу. Зачем-то у меня мышка здесь, ага, вот, гостиница, у нее номера такие, знаете, вот рыцарские там или в китайском стиле там. Вот, ну, в общем, посмотрите, я не буду, как говорится, заранее говорить. Вот, ну и сделайте вывод, вам интересно вообще такие вещи или нет. Всего самого хорошего, ну и смотрите весь ролик. Еще раз привет, ну это я уже со своей гостиницей. Вот мы только заехали туда, мы взяли номер без выкрутас, обычный. Ну, так он чуть-чуть под старину сделан или просто старый. Вот наши мешки тут стоят. Вот, и телевизор. Я что снял? Телевизор более-менее современный. Ну, по тем временам, 10 лет назад, да, 9. Вот, а стоит он, видите, на какой вот подставка. Если кто знает, это машинку крутить швейную. Вот, кондиционер тоже виден здесь, да. Опа, ящичек. Оп. Ну, немножко сбоку, тут чуть-чуть кровать еще. Куртка моя висит. Вот, а это в холле. Видите, как сделан холл? Вот это черный посередине, это камин. Такой любопытный. С нескольких сторон можно в него залезть. Вот, а это, ну, зубоврачебные кресла. Я не знаю, где они их надрали. Или парикмахерские. Наверное, парикмахерские, что ли. Ну, в общем, какие-то такие кресла с... узкой направленности. Но вот стоят для красоты. Опа, ну вот так вот еще. А здесь уже микроволновка современная стоит. Стулья плетеные. Ну и сейчас они тоже есть такие. Там вон телевизор вдали виднеется. Ага, ну немножко сбоку. Видите, вот тут сеткой прикрыто. Вот это вот, ну то, что горит там, дрова. У нас тоже сеткой прикрыт камин в нашем доме. Ну, чтобы искры не разлетались. А вот тут вот компьютер виден. Ну, еще 10-летней давности и принтер. Ну, уже тогда, конечно, были здесь компьютеры везде. Все по компьютерам. Опа, ну вот здесь место отдыха. Какой-то диванчик с подушками. Камин. Камин уже такой. Какой-то... Да нет, вообще труба с него идет. Надо тоже что-то горит, не знаю. Может быть, фейковый, может быть, нет. Не угадаешь. Вот здесь написано ресторан. Значит, сюда в ресторан можно пройти. Подкова на счастье висит. Опа. А ну вот немножко подальше. Стул такой. Стол какой-то дубовый, деревянный. Крепкий. Вот это холл гостиницы. Здесь вот какие-то игры. Ну вот это вот. Здесь это го точно. Я, ну, просто видел. Вот, а это, не знаю, шашки, что ли, какие-то. Вот, ну, можно посидеть, поиграть. Есть ли охота? А, ну, вот то же самое. Ну, да, это го. Японская игра. А там, нет, не шашки. Шашек больше обычно. Или нет? Да, похоже на шашки. Оп, еще раз что-то. А, ну, вот это вот я снял в полутьме. Дон Квин гостиница называется. Ну, вы увидите еще название. Дон Кью Ин. Ин – это гостиница. Это Дон Кью. Ну, какой-то был, наверное, Дон Кью. Какой-то Дон.
А, ну вот ее вид. Ну, вы тоже еще не раз увидите. Вот ее вид снаружи. Это зимой было дело. Вот, и рядом самолет стоит. Это в нем тоже гостиница. Я, правда, туда не полез. В нем тоже гостиница, там отопление, туалет, все несколько номеров. Вот так вот. А, ну вот он, да. Туда можно зайти. Я уж не знаю, сколько там номеров, но мне что-то не захотелось туда лезть. Я там внутри не снимал. Но в гостинице снимал все. Don Q In. А это мне просто понравилось. Стоят такие здоровые. Ну, зимой без дела. Оп, еще тут. Тоже что-то строить будут летом. Здесь все время что-то строят. Ну, если кто техникой интересуется, вот посмотрите. Это вот фирма Link Belt какая-то. Вот это опять самолет чуть-чуть поближе. Опс. Вот это наш номер такой. Ну, простенький. Огромные две кровати зачем-то, не знаю зачем. Ну, как есть. А вот это вот такой уютный полумрак. Я все зашторил и без вспышки снял. Ну, вообще так симпатично. Всегда в гостиницах в Америке всегда вот картины висят над кроватью. Не знаю зачем, но всегда разные. Самые разнообразные. И вот видите, потолки какие странные. Я туда тоже полез вообще-то, и почему-то там зеркала в потолках. Вот видите, я сфоткал сам себя. Это зеркало. Вот. А это уже другой номер, видите? Он какой-то сделан для голубых, что ли. Я тогда, правда, не думал еще об этом, не было так популярно. Но синий какой-то номер, короче. Вот, видите? Можно здесь джакузи такая. Маленькая. Такая маленькая джакузи, и все в голубых тонах. Ну, в общем, так интересно, конечно. Вот там горничная в окошке. Видать, горничную даже. Оп. Да, для голубых. Так, а это другой уже какой-то номер. Видите, какой-то он цветной. Я не пойму пока, в чем смысл его. Ну, просто другой. Скажем так. А, ну вот это, видите, уже вигвам, в виде вигвама сделан. Это я в тот же день снимал, а потом еще будут у меня фотографии. Здесь же, в этом же ролике, на следующий день там экскурсия была, оказывается. Но я еще с экскурсией походил. А это просто то, что рядом было. Какой-то вигвам. Кактусы нарисованные. Видите, джакузи уже в другом стиле. Опа. Ну вот, с этой стороны, с той стороны, мексиканская пустыня какая-то. Вот, это просто коридор в гостинице так сделан. Тоже интересно, дровами какими-то обложен. А, ну вот, веер, тудам-сюдам, это какой-то китайский стиль, наверное, да? Да, похоже на китайский стиль. Вот уже джакузи совсем другая. Это я снимаю там со вспышкой стою. Опс. Вот так. Красиво. Но только это уже другое, по-моему, что-то. На другой номер зашли. Это какой-то, не знаю, античный, что ли, стиль. Номера, они, ну, можно любой номер, конечно, снять по деньгам. Но вот те, которые крутые, они, конечно, чуть-чуть подороже. Но это совсем не намного. Опа. А, два снимка. А, вот я что снял, тут дети заходят какие-то. Дети, конечно, интересуются обалденно. Дети и женщины. Вот спальня такая с телевизором. Опа. Тоже кто-то, по-моему, пацан стоит. А, это. Да, тоже джакузи. Все ушли. Вот, а это красный, видите, в стиле... Как бы сказать, казино, наверное, что ли. Видите, вот карты здесь какие-то. Что-то как типа игрового стола кусочек. Да, вот что-то такое. Ну, красивый, вот это номер красивый. И на потолке зеркало, видите. Вот. Это опять, наверное, я в соседнюю зашел. А, вот это номер для влюбленных. Ну, все понятно, тоже зеркало на потолке и все в виде сердечек. И даже на стенке в виде сердечек. Ну, здесь вот медовый месяц прям самый то. Будет что вспомнить.
когда будут разводиться. Так, вот, ну, это вот заезд туда как раз. Видите, парковочка-то небольшая здесь. Особо народу немного. Здесь не так уж много номеров. Но они все вот своеобразные. Вот опять этот самолет. Ну да, вот несколько номеров здесь, судя по окошкам. Опа, это наш номер уже по утрянке. Так нас солнце освещает. Вот это уже на следующий день мы опять пошли вместе с этими, ну, с экскурсией. Опять этот любовный номер. Вот он весь, даже зеркало выпилили. Видите, зеркало тоже в каком-то, как сердечко. И все красное. Ну, для возбуждения, наверное, новобрачных. Так, можно так снять, можно так снять. Вот, а это тоже номер, видите какой. Туда люди идут, я не ходил. Вот с левой стороны, видите, человек какой-то идет. Ну, там вот он такой двойной номер. Ну, сейчас я дальше покажу. Вот там наверху спальня есть, да? Вот. Наверное, для детей, что ли. Ну, вот так еще получше, да? Господи, это пещера уже. Это я, наверное, налево-направо снимал просто. Это пещерный, да, кусок попался. Это в пещере. Ну, то есть это тоже номер, но вот пещерный такой. Ага, а это мы опять вернулись к этому, к марсоходу. Вот здесь, видите, это все номер уже. Вот. Можно здесь посидеть, покушать, например, шампанское выпить. Вот опять этот номер. И рядом космонавты, Сатурн, тудам-сюдам. Такой номер интересный. Вот, а внизу, видите, джакузи. Полотенца лежат, все, пожалуйста, можно принять ванну, выпить чашечку кофе. Так, а это уже иглу, да, называется, иглу у эскимосов из ледяных этих, ну, как блоков сделано, типа, наверху медвежья шкура. Опс. Вот, ну, здесь вот тоже типа во льду они спят. Опс. Ну, вот так это я снимаю. Опять какие-то дети интересуются. Зеркало во всю стенку. Опс. Ну, это уже что-то такое, зелень какая-то. Ну, фейковые, конечно, деревья. Ну, вот так это. А, это типа тропические джунгли, наверное, номер, да? Да, а это непонятно, написано Пицца Хат. Ну, наверное, так она выглядит, я не пробовал эту Пиццу Хат. А, нет, это птичий какой-то домик. Это птичий, где тут еще, может быть, птички есть. Это как поилка, наверное, для птиц. Ну, в общем, что только, вон наверху опять птица. Ну, это вот для орнитологов, наверное, сумасшедших. Да, скорее всего. Как гнездо. Ну так, видите, полотенце сколько? Полотенцев сколько? Упс. Вот, а это в виде, ну, сами видите, что это корабль. Вот на корабле спать. Ну, кому-то нравится. Вот это уже нос корабля, а там как шлюпка, джакузи небольшая, маленькая. Упс, вот, а это рыцарский номер, рыцари стоят. Ну, вообще прикольно, конечно. Упс, это тоже от рыцарей. Видите, в окошке отражаются рыцари. А здесь вот как щит, что ли, сделан этот. Или как сердечко. А, джакузи. А телевизор как у нас? Зингер, видите? Подставка, я имею в виду. Да и телевизор, по-моему, такой. Нет, здесь шарп стоит. Неважно. Вот это какой-то синий тоже опять номер. Синий-синий иней. Лег на провода. Это не знаю, что такое. По-моему, какие-то шкуры, что ли, ковбои. Наверное. Или пещера. Нет, это скорее пещера. Это, а, как древний человек. Это пещера, а здесь шкуры животных. Вот что это такое. Здесь тоже типа шкур животных. Ну, вообще фантазия. Что они курят? Те, кто придумали все это. О, кейв-рум. Это кейв, это пещера. Ну, так, хорошо. Рум-комната. Ну и все, вышли мы оттуда. И вот перед входом стоят две вот такие машинки. Это самый первый форт, если кто интересуется. Вообще очень крутая машинка. Конечно, по тем временам. О, красавцы стоят. А, ну и все, вот опять массивная сумка.
Ну вот, если нравится вам такое смотреть, ну подсказывайте мне, я еще поковыряюсь, у меня фотографий тут миллион. И ездили мы действительно в разные места. Ну ладно, всего хорошего, до свидания. С вами был доктор Влад.